activated. Кэл, тебя ждет испытание. Да, я готов. Но не только сейчас. Опасайся темной стороны силы. Ведь ей легко поддаться. Ты все еще борешься с ней. Хотя я перестала пользоваться силой. Борьба – наш удел. Это и есть испытание. Желание бороться делает нас теми, кто мы есть. Пора разобраться в том, кто я такой. Юнлинги, пришло время сбора. Используйте свои навыки с умом. Храм джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлин приходит сюда. То есть, приходил, когда еще были джедаи. Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом. Это самый сильный буран, что я видел. Этот шторм и храм. Как будто они как-то связаны.
Здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания. Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Да? А? Дай взглянуть. Помню это место. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада.
Есть что-нибудь интересное?
тех трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Я чувствую его зов. Мы совсем рядом. Нельзя выбрать Кайбер-кристалл. Это он тебя выбирает. Да, прямо как ты. Спасибо. Просто тряхнуло. Ничего. Надеюсь, выдержит. Зов становится сильней. Поспешим. Такое чувство, будто я окружен призраками. Нет, я не в порядке. Мне тяжело здесь. Спасибо. Это они. Как они нас нашли? Где ты его видела? Он направлялся в пещеры. Он звал, но я не смогла его найти. Сэр. У нас проблема. В пещерах разведывательные дроиды. Они никак не могли поставить нам трекер.
Но я бы сказала то же самое о взломе комы Трилой. Мы с Гризом обыщем богомол. Спасибо. Вернусь, как только добуду кристалл. Ты не в лучшем положении. Лишний раз не рискуй. Вон он. Я вижу, как он сияет. Посмотрим, что ты нашел. Есть что-нибудь интересное? Он где-то там. Я его чувствую. Мы скоро выйдем отсюда. Я обещаю. Беди! Не подходи! Беди!
Верь мне. Это еще не конец, друг мой. Ничего. Ничего, приятель. Время пришло. Возможно, это наша последняя встреча. Над нами навис рок ордена джедаев, я чувствую. Нет, это еще не конец. Неудача лишь часть пути. Надежда не угаснет в сердцах тех, кто борется. Как ты, беди один. Знаю, ты найдешь того, кто будет так же храбр и непреклонен, как и ты, друг. И ты ему поможешь, как помогал мне. Но твоя память будет полностью стерта. Ты точно этого хочешь? Запускаю полное шифрование памяти. Только с полным доверием твои воспоминания будут открыты. Я в тебя верю. И всегда верил. И верю в того, кого ты выберешь вместо меня. Прощай, мой друг. Твоя память. Ты рискнул ей ради меня? Да, и я в тебя верю, приятель. Да, ты прав. Еще есть шанс. Шанс есть всегда.